Здравствуйте! Разрешите представиться. Меня зовут РПН-5. Это название моей модели. Робот-продавец напитков. Модификация для улицы. Я из 2045 года. Обычно мы с коллегами заняты тем, что весной и летом продаем лимонад и другие напитки в общественных местах. Но сегодня у меня другая задача. Я приглашаю вас посмотреть на ваше будущее. В 2029 году в нашей стране произошла вторая пролетарская революция. Частная собственность на средства производства была ликвидирована. Нет больше теперь капиталистов, нет олигархов. Их всех сослали в электронный гулаг. Шутка. Хотите взглянуть на то, как живут сейчас люди и к чему они стремятся? Желаете узнать, каких успехов достигла наука нашего времени? Студия «Думай сам, думай сейчас» выпускает пилотный эпизод анимационного сериала 2045. Проверьте, пожалуйста, подписаны ли вы на канал. И нажмите колокольчик, чтобы получить уведомление о выходе первой серии. Нажали? Ну тогда до скорой встречи в будущем!